То есть у нас стороны все время должны меняться, да. Рука то изнутри, то снаружи. Должна быть. Поначалу так, да, пока он не врубится. Сейчас, мне надо врубиться. Вот она внутри, теперь снаружи должна выйти рука. О, красавец. Снаружи. Ну, для начала хотя бы вот такую координацию наладить, да. Угу. Будем сдавать в конце, да, школы? Будем. Анализы. Да, поменяем, ага. Сейчас пока вот такую координацию. Тут Николай на тебя сейчас работает. Поехали. Ну, на месте начнем потихонечку. Поехали. Прошел. Прошел, да? Я не использовал силу. Угрозы не чувствую на центр. О, да. Я понемножку. Здесь есть. Вот видишь, вот это запирающее мое небольшое. А вот ты слишком много дала. И вот такой сгибнага. Здесь не чувствую угрозы. Мне должно страшно отводить. Я все время должен тебя запирать. Я вот как бы держу руку. Я сюда силой слушаю, а вот здесь не слышу твою силу. Вот, видишь, отвожу, но она готова включиться. Так, по силе нормально? Да. Поменяем ноги. Как мы не прогадали с белыми одеждами, да? Yeah. Красавцы были на вине. И потихонечку попробуем на шагах, переходим плавно на шаги. Раз, я веду. Вот немножко отдохните, и, Анатолий, посмотри, вот мы уже на шагах начали, но каждый раз обрати внимание, что руки у нас меняются, да, вот на эту вещь. Там, смотри, камера немножко. Да? Каждый раз вот за одной рукой понаблюдай, она то изнутри, то снаружи. И общее, да, как у нас тело работает, все потихонечку. Ух. Видишь, здесь изгиб снизу, здесь вот так накрывает. Вот правая рука, видишь, снизу крючочек, а здесь раз, сюда, а это крючочек. Хорошо, чуть отдохни. Продолжаем. Итак, мы с тобой вернемся снова. Левую ногу впереди ставь. Одной рукой еще раз поработаем. Вторая рука в готовности есть. Раз, отвожу. Вот я отвожу, а не чувствую запирающие усилия. Не чувствую. Мне должно легкое сопротивление оказывать. Не просто сопротивление, а попробуй винтить руку так, чтобы меня немножко вот центр тяжести сюда толкнуть. Еще. Это рукой. От стопы еще. Давай, смелее. Винчивай. Вот прямо вот я помогаю. Вот. От стопы сделай. О, запомни, вот когда я отвожу, ты должен немножко вот такую силу давать, усилия. Понял? Отлично. Отвожу, и теперь ты перекатываешь с этой стороны. Раз. Вот смотри, плечо поднял, локоть снизу, и немножко вот такое, немножко вращательное усилие вот такое. Тоже дай на центр. Это одной рукой от стопы поищи. Давай я на себе покажу. Вот у меня рука сверху, и смотри. Не сминайся, не давай. Видишь, тебе на центр даю усилие. А у тебя куда-то мимо она. Вот должен, да. Вот. Я это от ног дал. А у тебя иногда, вот смотри, вот эта рука, не давай сминайся. Вот эта рука, а вот это тело. Вот. Поехали. Только ты, видишь, заводишь локоть выше, и плечо поднимается, да. Локоть тянет все время вниз. Не задирай вот здесь. Раз и сюда. Видишь, у меня локоть где вообще? А у тебя вот так, как только локоть поднялся, сразу плечо поднял. Не поднимай, немножко контролируй. Да. Важный момент сейчас, чтобы сразу правильно научиться. Следим за плечом. Локоть чуть ниже кисти. Да, вот так. И вот здесь такой. Попробуй вот такой еще ниже. О. А здесь вот такой фон. Хорошо, другая рука. Давай.
аналогично. Да. Здесь столб не дает мне пройти. Смялся столб. Смялся столб. Есть. Переотвожу, ты крючком запираешь. Давай усилия. Вот сюда, на центр. Вот. Вот, от стопы, вот сюда. А отвожу и отсюда. Локоть, локоть ниже опускаю, скотине еще ниже. О, и отсюда толкаю. Очень напряг руку. От стопы. От стопы. Раз, сюда. Сейчас я покажу. Вот я обошел. И смотри, вот у меня будет сейчас усилие. Я медленно, медленно и буду отстоп делать. Видишь, у меня винчивание, винчивание, и вот он туда идет, сюда тоже. Фу! И готовность, отвожу, но в любой момент, как, ты видишь, ты низко опустил, у меня зона открылась. А вот здесь бы я не прошел, если бы так стояло. Если бы так было. Да, да, да. Отводим. Отводим. У тебя получается вот так. Оно должно, видишь, как подъемно, у самолет летит, подъемная сила. И вот этой подъемной силы, а у тебя... Вот так вот. И когда локоть ниже, у меня плечо поднимается. Как только локоть поднимаю, плечо за ним поднялось. Так. Опять поднял локоть. Вот смотри, задание в одиночной форме. Вот на камеру тебя запишу. Вот смотри, видишь, у меня локоть здесь ниже. Отвожу. Встретил. А теперь крючок. Вот на крючке локоть чуть выше. Но не, это очень низко. Он на уровне груди. Обошел снова сюда. Оп, видишь? Вот положение, как у крыла. Угу. И отвожу. Раз, два. И здесь каждый раз смотри, чтобы у тебя вот такой ошибка. Локоть. Как мы о столбе стоим, оно, в принципе, похоже. Видишь, столб, и вот я делаю. Вот для этого столбы и нужны. Давай. И вот на этом движении крючок этот, понарабатывай крючок. Видишь, вот такой. Давай. Ну, в принципе, более-менее сейчас детальки подправим. Стоп. Крючочка вот этого. То есть в этот момент переходной, вот, видишь, прямо вот старайся так. И усилие на центр. Покажи аккуратненько от стопы запирающие. Да. То есть вот именно вот такое расположение. У тебя просто вот так, на секундочку, да? Вот так отводи. Отводи. Пошли. Просто вот так. А я предлагаю вот немножко довернуть и сделать вот этот винчивающий. Причем, видишь, я стопой. Вот. И именно вот это отводи. Видишь, я немножко вот этим запираю. Вот это положение и вот это. Разница небольшая, но она есть. Именно винчивание. Сейчас мы такие совсем детали делаем, но от них очень много зависит, чтобы сразу качество выстоять. Потому что неправильно научились, потом приучат дольше. Поэтому вот мы сейчас постараемся вот эти все детали. Ну и вторая, желательно, чтобы она была в готовности. Как только чувствуете напряжение, не стесняясь, остановились, расслабились, чтобы не перенапрягаться. Даже свет включился. Итак, левая рука. Берем. Итак, толкаем. Вот локоть ниже, видишь, отводим. Принимаем столбом, и нас отводят, мы делаем крючочек, обрати внимание, пальцы, видишь, на после крючка сами обошли, толкаем, отводим, столб, крючок, можешь проговаривать, если удобно, 4 фазы, допустим, толкаем, это фуань, отведение, здесь столб, а здесь крючок, и тело, видишь, что вместе со мной тело работает. Раз, два, три, четыре. Отлично. Поделай. Да. Ты алкоголик в одно лицо пить, да? Да, я ж пришел прямо рукоплескать вам. Не падайте, уже хорошо. Главное не сглазить. Лучше, чем стоим. Отлично. Ну вот в таком режиме, да, видишь, ага. Ага, хорошо, молодцы. И куа более-менее держишься. И вот то, что как раз Николаю не хватает, парной наработки, координации, вот это все. Теперь смотрите детальки еще, как рука, когда сверху отводит, как крючок, вот эти все детальки, поглядывай. Хорошо.